Всем привет! Сегодня, блин, мы после суток, после караула. Вот Mark X, 2005 год, старт-стоп, 2.5. Ставим на FX и 90-ю. Так, ну чё, она у нас получается подключается вся аналогом. Единственное, что берем бесключевой запуск, делаем как, ну, как прадик этот RXTX, как Prius 20-й. По-моему, принцип такой же. Вставляется в слот чип, ключ вернее. Короче, RXTX. Идет у нас обходчик наличия ключа. Обходчик наличия ключа. Потом здесь RXTX. И здесь подключаем каналом старт-стоп зажигания. И тормоз, лягушку сделаем, релюху. Ну, я RMD не ставить не стал. Я возьму, допустим, релюху на ISS посажу, чтобы у нас нажатие, имитация нажатия тормоза была. Так, ну и все, минус зажигания, минусом управляется. Обходчик минусом управляется. Кстати, потом что еще, повороты. Сейчас паузу поставлю. Повороты тоже управляются каналом минусом. Сейчас, ну, в принципе, там вот контролька диодная, статовская, слаботочная. Повороты, чтобы на кнопку не тянуть. Вот здесь вот, сейчас выставлю. Так, какой у нас, по-моему, вот он. Так, здесь розовый, вот этот вот черный разъем, вот желтый провод, ну, цвета не раз, без разницы. Вот второй пин сверху. Все, моргают повороты. Не нужно на кнопку тянуть. Здесь это есть. Центральный замок, ну, тоже где-то, возможно, есть. Я не стал искать и вспоминать. Подключусь я здесь. Он здесь точно есть. Вроде как я помню. Если я не прав, то тут он точно есть. Концевик дверей. Ну, можно взять один. Передний у нас, по-моему, отсюда, вода загорается. Так. Сейчас я подожди. Паха, откроем ту дверь, переднюю левую. Вот что-то с дверьми не помню. Или они все четыре двери отдельно в жгутах? Ну-ка, открой. А, да, двери здесь все отдельно идут. Так, двери. Ну, короче, двери где-то надо искать. Я уже сейчас не помню. Открой схему, посмотрю. Двери все через диоды идут, и все. Четыре двери отдельно, багажник отдельно. Ну, как бы так, сейчас буду пробовать. Ждем дальше. Так, ну, короче, бесключевой этот, бесключевой обход прописался. Сейчас я делаю, сейчас пропишу холостые обороты, немножко прогрею. Пока так вот все залипуха на весуха. И будем пробовать. Так, что у нас брелок показывает? Что он там показывает? Ну давай хотя бы так пропишем сейчас. Проверим запуск вообще. Ключ вот так вот поставим в охрану. Я двери пока не закрывал. Так, ну если все у нас нормально, по идее машина должна запуститься, да? И поэтому надо убрать. Так, ну все, она запустилась. Таран, таратаран, тормоз. Так, что у нас там? Бесключевой запуск работает. Ну, оглушим. Загрохло. Ну и все, в принципе. Как бы вот такая вот штука. Сейчас я подключусь к концевикам двери багажника и к центральному замку. Тоже все аналогом. Ну, не помню, по-моему, в одном жгуте это все шлёчит. Я уже давно их не делал. Вот так вот. Ну и все, в принципе. Потом, еще, ну, навигационный модуль подключу, поставлю. И все. Вот кто-то звонит, задолбали.
Все, ладно, что, в принципе, на этом я заканчиваю. Mark X, он, в принципе, очень легкий. Даже для вот этой Pandora DX9X, ну, 90 серия, без проблем все встает. Главное, схемы читайте правильно, правильно подключайте. Кто-то сомневается, вот как я там, допустим, на весу все подключил, убедился, что работает, все, уматывайте и начинайте монтаж уже такой нормальный, чтобы не было этих всех там соплений. О, солярочку привезли. Паха заехал, сейчас будет что-то менять на своей машинке. Взамен мне солярочки привез. Копытку номер 2. Ну все, да, все, ребят, все работает. Всем пока, ставьте лайки. Я вот немножко все-таки покажу, ребят. Центральный замок, все, я здесь уже посмотрел, вспомнил. Центральный замок, тянем провода и подключаем их к розовый и фиолетовый провод. То есть здесь есть розовый. Ну, как бы здесь можно найти их. Розовый и... Кстати, они стоят друг напротив друга. Вот здесь, если стоит розовый, то напротив него вот он фиолетовый. Вот это вот фиолетовый провод. Вот фишку не могу развернуть. Может так. Вот он, фиолетовый провод. Вот он. Ну и все, я здесь подключусь и туда. А понимание дверей. У нас одна дверь получается вот с этого блока. Вот здесь вот вверху. Вот он, зеленый провод. Это задняя левая. Вот здесь цепляемся. Потом передняя левая. Вот здесь два разъема. Вот они. Получается 28-пиновый разъем. Вот он. И 16-пиновый, по-моему. Так, сколько здесь что-то. Ну, не помню. Да, по-моему, здесь вот. Вот здесь одна дверь. И две двери цепляем на этом маленьком разъеме. Передняя правая и задняя правая. А здесь передняя левая. Одна дверь. И все. Как бы вот так вот. Через диода. 4 диодика. Ну все, теперь все показал. Короче, теперь я тяну сюда провода. Провода тяните хорошие. Либо силиконки, либо пандоровские так какие-нибудь. Можно сдвоенную, чтобы на всякий случай страховка была. Я прям бывает, да, сдвоенные затягиваю. Тут, в принципе, они нормально держатся. Так что, ну все, теперь точно все показал. А, нет, не все. Немножко забыл. Можно сделать закрытие стекол. На канал можно подать задержку секунд. Ну, посчитайте, секунд 10 хватает. Ну, 12 секунд точно хватает, чтобы закрыли все 4 стекла. Так что вот так вот на этот же провод минусом увеличиваю время задержки. Все, идет закрывание стекол. Ой. Я стоял неделю, допустим, отсюда. Ребята, всем привет. 16 число, 12 месяц, 2020 год. Время 6:30 практически. Вечер. Когда я не посмотрел, сколько температура сейчас. А, больше на лоджии есть, да. Вот в салоне. Ой, отсвечивает. Видно? Вот так как-то чуть сейчас виднее. Загорится. Показывает минус 21 градус. Это что у нас? Двигателя. Раз, температура два. Двигателя. Вот сейчас. 23. Это температура салона, да? Это двигатель. А, двигатель. Минус 23. Да. Так, идем, короче. Как вы уже любите нашу всю рубрику. Subaru R2. Сколько он простоял, не запускает? R2. Короче, это вот как мы последний раз уголек возили. Машина вот стоит все эти дни. Около 30-ки ночью давит. Да, 30 есть. 20. Ну да, наверное, 30-ку есть. Днем 29 было. Какой вот. Днем 29? Ночью 30-ка, днем где-то 20 там с копейками. Что, может. Ну, вот, видите, немного завалило. Сигналки. Просто запуск ну, сигналки. Ну, неделю не запускал точно. А, наверное, бензин уже кончился, не? О, еще акуму не замерзла даже. Нихера. Ну, вот так, немножечко, да? С оттяжечкой, но завелся. О, еще уголь остался, ё-моё. Все, завелась, сейчас прогревается машинка. Че, Сергей, выгулю. Завтра что, опять ну, за углем? И поеду за углем, ну. Так что, видите, R2, да? И в морозец заводится, причем сигналки. Ну, да. Как бы вручную, может, стартером покрутили бы, вообще бы, наверное. Что там уже? До Нового года 15 дней осталось, да? Ну, а тут с первого раза завелась. Да ты сегодня сдулась, нет? Субару, да, Сергей? Да? Рабочая лошадка. Да, там горючка
что? Пусть греется, да?